Ну, здравствуйте, наркоманы. Давненько мы с вами не виделись. Просто сегодня не будет. Можете его и не ждать. Он там какой-то обзор с бабкой снимает. Сегодня здесь будет только дед, дед и еще раз дед. Ну и немножечко Happy Wheels. Happy Wheels. Что за окаянное слово тут такое? Где ж откопали-то они его? Но сегодня мы с вами поиграем в этот вот... Вот этот тот самый Happy Wheels. Как там? Погнали! Renaissance Fair Today. Что за окаянные такие символы-то пошли? Вот я говорил. Нельзя топтать газон, а то я руки всем... Жопы повынимаю и да поотрываю, и ноги переломаю нах чертям собачьим. Как тут рестартовать-то? Понаехали тут на мой газон. Сукец, ты что творишь? Все, нормально, молодец. Школьник какой-то тут болтается, сосиска. Пошел нахер, школьник. Ха-ха-ха-ха-ха. О, кальция мало кушал. Окаянный малолетка. Вот дед так прыгает и ничего, и уже сколько там, 50 лет в обед не ломаться ноги, нормально все. А ты что, старый? А, Серег, не признал тебя, шо как, совсем что забухал, ты что? А, раздихулит опять, да, ну я смотрю, ты тут сено подносил, ну и все, ну и скрутило старого. Я тебе говорил, ты не лошадь, чтоб так пухать, это что за наркоман зеленый? Что такое? Крыша упала, вот так им и надо, чтобы мы газон не топтали, а то садишь его, садишь, а они, сучки, ходят, и то... Тот грёбанный брат. Фу, блин. А знаете, как в рот лезет? Так, о чем это? А, и садишь тут этот газон, они, падла, ходят, сучки, топчут и... Что за ступеньки? Кто их салом смазал-то, а? Не едут они. Капуста, ну что-то за капуста пошла. Что такое? Ой, внучок, сорян. Сорян, это я не специально, это стар стал, да немощен, руки кривые уже, как были, так и остались. А шут, тот наркоман, я говорил, нельзя мой газон топтать, будешь наркоманом. Он ж токсичный у меня. Я думаю, просто так, что я газон сажаю. Мужик, ты чё? Ты дурак, что ли, совсем? Я говорю, газон-то я сажаю. Зачем? Чтобы если... Мне станет скучно, я его скручу и это... Ну и понимаете, как бы в трубку его как это... Как моя бабушка курит трубку. Ну только дедушка в данном случае, как бы. Трубку с своим газоном. А это наркоманы топчут. Ну весь это, ну нехороший становится. Ну вот нельзя так делать. Ну вот не топчите газон, ну шо... Арбуз. What the fuck? Так, What the fuck? Что это такое? Так, наркоманы, газон мой потоптанный весь. Лошади! Это вот главные истребители моего газона. Как если зайдут, так все, кранты всему газону. Все лето сажал, а конь за день все спорит нахрен. Все спорит. What the fuck, мазафак? Охонь! Давай, иди сюда, я шо зря тебя газоном шо кормил? Давай, поскакал. Скокай давай. Чё, наркоман шо ли, совсем обдолбился? А я говорил, эти кони, от них добра не жди. Наркоманы они. Наркоманы, вот мой газон весь съедят и потом их штырят. Я еще в прошлом видео это говорил. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best, the sun will pop the clock to feed himself and family. My enemies, your enemies, my enemies. Давай! Погнал, окуянный, давай. Вот сукец! Что творит? Ну ты посмотри, что творит. И как мне теперь ехать? Мы в детстве так играли, а тут сейчас он играет себе Happy Wheels. Мы в детстве вон из лука шмаляли. Шмаляли, вот так же, на! А! У яблочко попал, почти. Почти, это не считается. Следующий в студию, давай, а где он? На, ну-ка, наркоман прицелился. Я белку в глаз бил еще, когда это...
Ну, когда еще бил белым в глаз. Тогда вот я каждой белке в глаз попадал-то. А тут сейчас, ну, блин, яблоко. Ну-ка, сейчас мы у тебя попадем в глазное яблоко. Ой, что-то не туда. Impossible погод. Я ваши impossible, я у вас так их possible. Дед воевал, дед impossible проходил. Так проходил, сейчас вам... Смотри, учусь, мол... А, тут по яйцам мазафак попал. Вот зачем так стрелять-то? Ну-ка, давай. Ну-ка, давай, давай, братишка, не разочаровывай деда, да... Вот блядский потрох-то, а какой? Дед могёт, как говорится. Дед и не такой могёт. Дед всем этим молодым вот так вот за это фору ещё даст, как говорится. Дед-то он это... Закалки какой старый. Ну, в смысле, не дед старый, а закалка старая. Дед не старый. Дед, может, он и с бородой, но он... Он, как говорится, не так стар, как кажется еще. Он еще всем покажет. От наркоманы, я помню тебя, Серег, ну тебя совсем накрыл, слушай, я тебе говорил, не бухай, белочка, тебя за это задолбат. А шкура сама себя зарезала, и даже пытаться не надо. Ну-ка, школьник, ты че как далеко ушел? Думал, от деда уйдешь, от бабки, думаешь, ушел, от деда уйдешь, никуда ты не уйдешь. От Серега, сорян, мы... А у него и так суставы болят. Ох, что ж мы натворили-то, ну и похер, как говорится. Никогда его не любил. На тебе вот так вот, по яйцам-то еще, чтоб не это... Я тебе сейчас... Да ты шо надоел такой, а? Вот мозафакер охеревший. Не умирать никак. Вот я говорю, старый, а вот нихера, хер ты его убьешь, этого старого-то. Проще он того школьника угондошить. Ай, сама себя всегда угондошивает. Дождь сто раз не надо. Ничего, сейчас мы сначала школьника-то этого проклятущего, который в Майнкрафты свои там играет, мы его сначала угондо... Да уйди ты, окаянный, сама себя постоянно убиват. Вот, держи. Внучок ты... Школьник, мать твою! Серега, ну шо ж ты... О! А зачем? Вот наркоман, блин! О! Сука! О-о-о! Работает, говорят. Ох, сейчас это... Окаянные. Ох, окаянные, то от деда то дразнят-то они тут, от нехорошие люди тут. Ох, видел бы вас ваш дед, ох бы вам нам жопу-то напорол, блин. Кто там создатель-то, а? Вот как дед-то могё! Вот школьника уже угондошило, я даже играть не начал. Frost, hi, I'm Andy's speciality for your level. I hope you like it, your subscriber. Это молодец, только я не Frost, а дед я его, так что это. Но ничего, я уровень-то пройду. Думаешь, дед-то не смогёт, ты что? Наркоман, шель, смотри, как его изворачивают. Я говорил, не кури газон мой. Не дорос ты еще, слушай, там возрастное, 50+, не меньше. Иначе на кровать вот так же будешь это, потом спать на потолке. На, сукец! Ты что думал, вот так вот будешь на деду быковать, очком насадишься на какую-нибудь шпагу. И ты тоже наркоман. Окаянный. What the fuck, мазафак, что тут происходит-то? What the fuck? Внучок, слушай, что творится-то, а? Вот бомжара жирный какой-то, ну-ка пошел отсюда. Окаянный, куда вот тут понаставил шипов-то? Бабка что ли накопала тут? Вот саново внучок-то, а куда ж ты мне свой меч-то в спину втыкаешь? Он на нас-то кинул. Пошел нахер, сукец.
Не на того деда напали вы, окаянный. Ну-ка, давай, ну-ка, слоу, конечно, да. What the fuck, мазафак, это как так про... Не, я забыл, у тебя тут... Кто деду воткнул промеж батона? Кто так, сука, ты делает-то? Старт? Во! Алкаши, сколько набухали здесь? А что такое? Дед... Да дед знаешь, сколько бутылок-то перебил в своем ВДВ. Ты думаешь, я головой стекло, что ли, не разобью? Хард, да я твой хард, знаешь, бутылку из-под шампанского как разбить-то? Ах ты слабак-то какой, слушай. Ох, стыдно мне играть-то за тебя. Ну, вот зеленый сразу видно. Зелень. Даже мой газон не такой зеленый. Ну как так? Ну там тонюсенький-то, разбить-то нечего, а? Это что, потому что он черный, что ли? Ну что, внучки, на этом мы с вами будем прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, а также отставить мне как штаму. Лайки мне ваши ставьте, вот эти вот пальцы вверх такие ставьте. Я просто хочу много лайков. Все хотят ипхоны вот эти вот, а я хочу много лайков, чтобы вот внучка обогнать по этим лайкам, чтобы он знал, кто тут лайки-то фармит лучше, а? Так что вы ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем, чтобы матрас не кололся. Пока-пока.